Всем приветики. Пришла ко мне в обычном почтовом целлофановом пакетике посылочка. А внутри нее еще один такой пакетик. Это, кстати, крутая упаковка. То есть двойной пакет. Обычно приходит либо простой почтовый пакет целлофановый, то есть просто вот эта штука без пупырки, а здесь двойной, то есть целлофан, а внутри еще одна посылка. Вот это, ну, упаковка. Вот это круто. С пупыркой это реально круто. Вот такой вот пакетик. И в нем лежал моторчик. Вот такой вот моторчик. Я такой уже заказывал. И моторчик еще в одном зип-пакете. Я такой уже заказывал. Но мне он, к сожалению, не пришел. Я вернул за него деньги и заказал другой. И, кстати, наверное, это хорошо, потому что на том моторчике, который я заказывал, здесь была шестерня. И ее, а мне она не нужна. Ее надо было бы чем-то снять. И нужно было бы думать, как ее снять. Придумать какое-то крепление. Ну, съемник, короче, чем зажать и чем давить, чтобы снять. Либо выбивать, можно было бы попортить. А так вот он, такой вот моторчик. Это корпус железный. Здесь вал стоит, который крутится, когда подаешь электричество. Это, видимо, подшипник. Здесь его можно зажать в чем-нибудь. Я купил специальное крепление, кстати, для этого. Ну, а здесь, собственно, весь механизм. Если эти штуки отжать, вот эти раз, два, три, четыре, то можно вытащить. Но на вид такое вроде качественное исполнение. Ну, где-то есть царапки, конечно, не очень приятно. Он и не внутренности. Так особо и не повертишь. Ну, вроде норм должно быть. Ну и можно попробовать его подключить, работает ли он вообще или нет. Ему нужно 12 вольт, у меня есть блок питания. Вот он, провод с блока питания, надеваем насадку. Ну, с насадки выходит два провода, плюс-минус. Хотя тут не важно, как подключишь, она просто будет либо в одну, либо в другую сторону вращаться. А, я в розетку не включил, понял. Все, теперь в розетку включено, и момент истины, как бы. Не понял, а что он так импульсами работает? Блок питания не исправляется, что ли? Странно, а чем так работает? То есть, если подать на него питание... То есть, если просто подать на него питание, он просто... Просто включается и выключается постоянно. А если постоянно тыкать проводом, он будет разгоняться. По идее, так он и должен работать без перерыва, но он почему-то вырубается. Я не знаю, почему, может, дело в блоке питания. Ну, в общем, я сейчас посмотрел на блок питания. Там лампочка гаснет зеленая. То есть, видимо, он в какую-то защиту уходит, видимо, слабенький. Там 12 вольт 4 ампера. Видимо, мало, наверное, или что. Или он, когда стартует, наверное, сразу берет большой ток. Блок максимум 4 ампера, он, может быть, берет 5-6 ампер. И блок вроде как, ну, запускает его, но видит, что ток большой, и тут же вырубается, уходит в защиту. Наверное, так. Потом снова включается, видит большой ток и снова вырубается. Видимо, из-за этого, в этом причина. Ну, в принципе,
принципе, у меня есть другой блок питания, вот такой, этот на 15 ампер, по-моему. Я не помню. Да, должно хватить. Ну, сейчас попробую подключить. Ну что ж, вот он и блок. Я его уже подключил. Сюда 220 приходит, а сюда выходит 12. Но я его, честно говоря, побаиваюсь. Я его когда включил в розетку, там что-то такое, типа, как будто бы так пыхнуло. Ну, типа так, ту-ту. Так что это как будто такое, ну, как будто проводка где-то так вспыхивает. Тем более, я его в Китае покупал, он еще может быть собран некачественно как-нибудь, вдруг на корпус пробивает куда. В общем, мне его страшно в руки брать. Поэтому, тем более, там 15 ампер, ток большой. Так, ну, в смысле, 12 ампер, 12 вольт, но немного, но вдруг 220 сюда где-то пробивает на корпус. Ну и попробуем сейчас мотор запустить. Сейчас я в розетку включу его. Вот она, лампочка загорелась. Ну и попробуем мотор подсоединить. Ого! Блин! Он так искрит жестко мне прям немножко. Надо отключить. Это, кстати, не очень, что он искрит. Ну, то, что лучше бы без искр. А нет, значит, дело в самом моторе. Почему здесь лампочка гаснет, я не понимаю. То есть один раз он нормально запустился и работал. Ну, прям включился и пошел. А здесь прямо аж лампочка гаснет. То есть, значит, с ним что-то не так. Я не понимаю, почему не так. Я, ну, типа, я не шарю особо в этом. Типа, он для шуруповерта. Но мне не для шуруповерта. Мне просто на такой моторчик нужен был. Почему так, я не знаю. Может, там типа какая-то функция, типа, может, переключение каких-то скоростей. В шуруповертах же есть такое. Но я не знаю, почему так. Но мне такое не нравится. Надо спор открывать. Мне нужно, чтобы он работал. А он не работает, получается. И я еще покупал для него, короче, так, такие вот штуки. Сейчас отключу на всякий случай блок питания. Так, покупал такую вот штуку, крепление, то есть, чтобы его зажать. Ну, по идее, подходит, то есть, оно так должно стоять. Это прикручиваешь к чему-нибудь, сюда вставляешь мотор, прикручиваешь, и наверх одеваешь. Тоже я покупал такую штучку, надо ее сейчас найти. Ну вот, в общем, так должно было выглядеть. Оно причем так идеально стало. В это крепление сюда становится мотор, зажимается, и на него надевается такая штучка. А сюда прикручивается, например, диск пилы. Ставится, зажимается, и ты дальше, получается, у тебя мотор прикручен, например, к столу, так вот, стоит на столе. Здесь диск пилы стоит и зажат. И ты просто его включаешь, он... И ты подносишь деревяшку, оно и обрезает. Но так как он работает, типа, включается-выключается, он так же ты не попилишь ничего, к примеру. Поэтому мне такое не нравится. Я не знаю, в чем причина такого его поведения. Но это явно ненормально. Правда, здесь болт не такой должен быть. Из-за него это будет вибрация. Вот здесь должен быть болт, который углубляется, но он был у меня маленький и проваливался туда. А здесь... Здесь идеально стало. Но он работает плохо. Вот в чем дело.
Причем, как я и говорил, эти вспышки это плохо. То получается, там перепад напряжения идет. И вот видно, что оно уже здесь провод перегорает, как бы он такие остались точки черные. И здесь вообще много, эту сторону я чаще вот тыкал. Вон они все погорело, все как бы. А последний раз я только что пробовал без видео. Я сюда провод приложил. Такая вспышка. Пух, ну, вот эти вот искорки. И провод приварился сюда. Он так пух, и приварился, так и держится. Я отпустил, а он уже держится. А потом, ну, типа, отвалился из-за. То есть он на момент приклеился, приварился, но из-за того, что мотор немножко, ну, как бы вибрирует, оно отцепилось жестко. То есть реально оно это как сварка получается, такая мини-сварочка. Ну, в общем, нужно открывать спорт, потому что мотор не работает. Такие вот дела. Печалька, конечно. Это уже второй мотор. Первый не пришел вообще, я за него всю сумму вернул. Второй пришел, но не работает. Короче, ерунда какая-то. Вот. Ну, на этом все. Всем покедова. Хотя я вот обратил внимание, что если на мотор даешь резко все 12 вольт, он то есть включается и выключается. А если даже постепенно, то есть с помощью вот этой штуки, это регулятор оборотов, то оно гаснет, слабо горит, сильнее, 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 то тогда нормально работает. То есть если вот дать максимум оборотов и подключить мотор, то он будет включаться и выключаться. Ну вот, подключаем. Включается, выключается и не работает. И здесь тоже включается, выключается. То есть в нем какая-то защита или что? А если дать оборотов поменьше, хотя бы половину, или вообще с нуля начать? Ну по логике да, шуруповерт он же не сразу, он так, он же постепенно раскручивает, типа. И пошел, типа. Ты же в шуруповерте, типа, нажимаешь кнопку, он дает чуть-чуть оборотов, нажимаешь сильнее, и обороты начали расти. По идее, так оно и работает. Ну вот. То есть, если обороты набираются постепенно, мотор работает без проблем. А если резко, то не хочет. Прикольно. Садишься ты такой в машину, заводишь мотор. А потом даешь газку и выходишь на сверху звук и полетел. Ну, в принципе, если так, то с регулятором оборотов то работает. Ну, вот если наполовине давать ему включать его, то он включается. Если еще больше, хотя странно, то вот сейчас я включал, он не хотел, то уже заработал. Что это определяет?
Непонятно. Ну, вставил, не хочет. А сейчас? Ну, он столько что работал. Я не понимаю. Вот я дал не полную даже мощность оборотов. Сразу вставил, не заработал. Еще раз вставил, уже заработал. Ну, типа... Но это не то, что мне надо. Я хотел, чтобы он сразу на максимальных работал. То есть мне просто нужен мотор, который сразу будет работать на максимальных оборотах. А ему нужен, получается, еще и разгон для того, чтобы выйти на максимальный оборот. То есть это нужно еще какую-то штуку докупать, которая будет начинать с минимальных оборотов и доводить их до максимальных. То есть ты включаешь, оно... А так, чтобы сразу... Он не хочет так. То есть нужно либо мотор другой, который сразу будет на максимальных, либо какой-то... какую-то штуку, которая будет его разгонять. Ну, так работает, чуть добавить. Все, уже не хочет. Короче, ему нужен разгон. Для того, чтобы он работал на максимальных оборотах, ему нужен разгон. Ой, как бы такие вот дела.